Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ольга Викторовна Дуванова. Я являюсь членом авторского коллектива, который создавал учебники и продолжает создавать учебники, которым руководствуемся научной теорией Ефима Исраильевича Пасова. Он наш научный руководитель, и он остается нашим научным руководителем. И я вам покажу на своей презентации, в своем выступлении, как коммуникативная технология иноязычного образования, которую разработал Ефим Израилевич Пасов, реализуется в начальной школе. На примере УМК «Английский язык» 2-3-4 класс авторов вы видите, и учебники эти издаются в издательстве «Просвещение». Ефим Израилевич Пасов создал много-много научных трудов, и подготавливая вот эту презентацию, вот готовясь к этому вебинару, я заново перечитывала его работы. И вот каждый раз, когда человек создает что-то такое глобальное, возвращаясь к нему, к его учению, открываешь для себя постоянно что-то новое. Мне, конечно, повезло быть его ученицей. Мы учились, была его студенткой, мы слушали лекции, мы участвовали в семинарах. И потом мы разрабатывали учебники, продолжаем разрабатывать учебники, руководствуясь его теорией. И вот, говорю, все, даже я вот смотря, даже как бы вот, да, вот волнуюсь, потому что действительно это очень ответственно. И даже вот такую цитату, старшее поколение меня поймет, да, учение Маркса всесильно, потому что оно верно, да, говорил Владимир Ильич Ленин. И он был выдающимся деятелем с точки зрения науки, вы понимаете, и Маркс выдающийся деятель. Так вот, Ефим Израильевич Пасов, его учение действительно всесильно, потому что оно верно. И он, конечно, опередил свое время намного-намного, и сейчас мы видим, когда новые создаются теории, называются как-то по-другому, но все равно все идет вот оттуда, как создал Ефим Израильевич Пасов. И поэтому я буду цитировать Ефима Израильевича Пасова и иллюстрировать теми примерами, которые вот мы воплотили в своих учебниках в начальной школе. Мои коллеги потом вам покажут, как эта теория и концепция, и иноязычное образование реализуется в основной школе, в старшей школе. Но моя цель – показать начальную школу. И, конечно, вот здесь я процитирую. Это очень важно, что целью образования, говорил Ефим Израильевич, является образование, создание человека как индивидуальности, развитие его духовных сил, способностей, потребностей, воспитание морально ответственным, социально приспособленным человеком. И содержанием образования являются не умения, не какие-то там буквы, звуки и так далее, а содержанием образования является культура. И образование есть процесс, с одной стороны, учительское, это передача культуры, а со стороны ученика это присвоение культуры. То есть и все они направлены, эти оба процесса, на преобразование человека. Образование является продуктом того, что приобрел, присвоил человек в результате познания, развития, воспитания и учения. И если общая цель образования – это человек моральный, homo moralis, и мы даже сейчас будем читать с вами стандарт, да, в который там начальная школа или основной школы, то везде у нас цель – это формирование человека. И в стандарте оно точно так же написано. Ефим Израильевич написал это уже очень давно. Но цель иноязычного образования – вклад в становление человека как индивидуальности и субъекта диалога культур, плюс человек говорящий, да, не только человек homo moralis, но и homo loquens. То есть иноязычная культура – это часть общей культуры человечества, которую учащийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования. Познавательном, культурологическом, развивающем, психологическом, воспитательном, педагогическом и учебном, то есть социальном аспектах. Да, и вот иллюстрация, как вы понимаете, вот она, иноязычная культура на страницах учебника. То есть процесс иноязычного образования включает 4 процесса. Это познание, которое нацелено на овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры. Здесь у нас факты культуры и язык как часть культуры. Развитие, которое направлено на овладение психологическим содержанием иноязычной культуры, способности, психические функции и так далее и тому подобное. Воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры, нравственные, моральные, этические аспекты. И учение, которое направлено на социальное содержание иноязычной культуры,
Социальным в том смысле, что речевые умения усваиваются как средство общения в социуме, то есть с другими людьми в обществе. И вот эти цели, да, в познании, развитии, воспитании, учении, они каждый раз прописываются во всех книгах для учителя, которые наш авторский коллектив создает для сопровождения книги для учащихся и всех компонентов учебно-методического комплекса. То есть вот вы видите цитаты из книги для учителя для 4 класса. То есть все, вот эти все образовательные результаты, они прописываются в книгах для учителя. И опять же, вот немножечко я уже отвлекалась и говорила это. То есть Ефим Израилевич, он, конечно, опередил свое время. И его программа-концепция коммуникативного иноязычного образования, она, конечно, опережает. Но в данный момент вы смотрите, что она очень коррелируется с федеральным государственным образовательным стандартом. То есть и в федеральном государственном образовательном стандарте, ну вот в данном случае начального общего образования, вы точно так же видите, что требования к результатам обучающихся, и они сейчас очень-очень хорошо прописаны по трем позициям. Это личностные требования, метапредметные и предметные. Да, вы знаете, что они в себя включают. И если мы опять же вернемся к программе концепции, то вы видите, что да, что в ней написано, в чем вклад коммуникативного иноязычного образования, то есть вносит свой вклад в становление личности гражданина, воспитанного в соответствии с национальным воспитательным идеалом, то есть в личностные результаты, готового и способного осуществлять межкультурное общение, то есть предметные результаты, и продолжать дальнейшее самостоятельное владение иностранным языком, то есть метапредметные результаты. И эту табличку тоже вы, если вы владеете, если вы смотрите на и читаете произведение Ефима Израилевича Пасова, то вы знаете вот эту табличку «Иноязычная культура как средство достижения образовательных результатов». То есть, видите, если мы снизу будем смотреть со стороны ВГОСа, а сверху мы будем смотреть со стороны содержания иноязычного образования, то вы видите, корреляция полнейшая идет. То есть иноязычная культура, да, имеет содержание, является содержанием иноязычного образования. Аспектами образования являются четыре аспекта. Это воспитание, познание, развитие и учение. Да, вы видите, что, чем они наполнены? Компонентами содержания. И эти аспекты очень помогают достигать образовательные результаты. Вы тоже их внизу видите. Это личностные, на которые работают два аспекта, воспитательный и познавательный. Это метапредметные результаты, на которые работает развивающий аспект. И предметные результаты, на которые работает учебный аспект. И все это вместе, да, аккумулируется и работает на результат образования, о котором мы с вами говорили, это гражданин России, соответствующий национальному образовательному воспитательному идеалу, способный к межкультурному общению и дальнейшему самообразованию, что тоже очень важно, тоже я это проиллюстрирую. И Ефим Израилевич говорил, что процесс иноязычного образования осуществляется как бы в двух сопряженных плоскостях, в диалоге двух миров, мира иностранной и мира родной культуры. Потому что важно, что формирование человека культуры, человека духовного, всегда происходит благодаря диалогу культур, родной и иностранной. То есть все образование, оно должно быть не про «прочитай текст», да, не про «выучи слова», не про там, «научись описывать картинку», а именно диалог культур. И вот в этом диалоге культур учащийся как раз быстрыми темпами, непроизвольно как раз достигают вот этих образовательных результатов, на которые нам ставят документы государственного плана, то есть федеральный государственный образовательный стандарт. То есть вот она иллюстрация, которую вы видите, да, здесь у нас иллюстрация из работы мы с иностранной культурой, диалог культур. Вот иностранная культура представлена зоопарком Брукфельдом, американского зоопарка, родная культура представлена московским зоопарком. И вот в этом диалоге культур, а если вы посмотрите глубже, то есть вы смотрите на картинки и старайтесь, пока я рассказываю, их рассматривать, то есть вы внутри будете видеть те же предметные результаты. Но мы не говорим о предметных результатах, мы говорим о диалоге культур. А предметные результаты, они усваиваются непроизвольно.
И, конечно, необходимо четко определять объект овладения иноязычной культурой. Не только в учебном аспекте. Учебный аспект нам прописывается федеральным государственным образовательным стандартом, но и в познавательном, развивающем, воспитательном. И распределить их в системе образования, снабдить обязательно средствами овладения, упражнениями, потому что нельзя просто выучить что-то. Все идет через упражнения. И, конечно, если, Ефим Израильевич писал, если это будет проделано авторами учебных пособий, то объекты овладения в рамках указанных аспектов не останутся отданными на откуп учителю, не останутся лишь благими пожеланиями, а будут усвоенными учениками. Учителя делают очень много. Но на учителя все свалить – это невозможно. То есть учитель запутается, учитель закопается в этом. То есть работа должна быть авторская. И вот мы под руководством Ефима Израильевича Пасова квантовали это содержание. Это серьезная основа коммуникативного образования. И одно из трех условий его усвоения. Два других условия – это общение как механизм образовательного процесса и коммуникативная технология. В рабочей программе, которая создана нашим авторским коллективом для начальной школы, вы можете увидеть вот это квантование. То есть там все квантуется по классам. И вот здесь большой примерчик я вам привела. То есть если мы посмотрим предметное содержание, ну как бы его самое проще увидеть, то вы видите, например, тема «Я и моя семья», которая занимает в начальной школе 33 часа, она представлена вот так, квантуется по трем классам. То есть вы можете открыть рабочую программу и познакомиться, как все это достигается, как это квантуется, и увидите все в ней, в этой рабочей программе. И, конечно, овладение иноязычной культурой идет постижение через постижение системы ценностей, ценностных нормативов народа. И может происходить на трех уровнях. Три уровня. Запомните, да, у нас они есть. Уровень восприятия, то есть чисто познавательное такое значение. Социальное, прагматическое значение. И уровень личностного смысла, ценностное значение. Для первого уровня можно только знать. Вот есть такой факт культуры. Второй уровень – это владеть понятиями и совершать какое-либо действие. А вот третий уровень – это суждение, которое связано с личностным, эмоционально-ценностным отношением к факту чужой культуры. И, конечно, естественно, вы понимаете, что если ребенок дошел до третьего уровня, то, конечно, у него усвоение идет гораздо глубже. То есть только посмотрел или сам сделал, или еще осознал и отнесся к этому событию или там, явлению или что-то. То есть факт чужой культуры включается в систему своих знаний. И он переживается как факт личной жизни. То есть он присваивается. То есть всегда идет вот такая лестничка. От восприятия факта культуры как ценности через осознание факта культуры в системе своих ценностей, сопоставление этих ценностей, анализа ценностей и включение в систему своих ценностей. Поэтому на каждом уроке практически вот эта лестница встречается. То есть мы идем от факта культуры. У нас диалог культуры. А все остальное, грамматика, лексика, умение высказываться, оно вторично. И оно подспудно, да, ребенок проходит через эту лесенку, и он овладевает и грамматикой, и лексикой, и так далее, и тому подобное. И вот этот познавательный, социокультурный аспект, то есть предметное содержание речи, вы можете, конечно, прочитать в книге для учителя и познакомиться с этим социокультурным содержанием, то есть с этими фактами культуры, которые предлагаются в определенном цикле. В каждом, помните, что в каждом учебнике приблизительно около 8-7 циклов, и то же самое это на ступени основного образования, на ступени старшей школы, ну, только второй класс. Да, выпадает из этой рамки, там у нас два полугодия и не цикличная система, а именно такая полугодичная. Ну, второй класс, вы понимаете, что это, конечно, особенное что-то. Но все равно вот такая графа в книге для учителя, опять же, открывая ее, вы можете увидеть, какие социокультурные объекты предлагаются для учащихся на основе, и как они соотносятся с тем тематическим содержанием, которое соответствует, естественно, содержанию федерального государственного образовательного стандарта, и как вот это все у нас коррелируется. И, конечно, опять же, вы видите цитату из книги для учителя, что каждый урок обычно начинается с знакомства учащихся с каким-либо фактом культуры англоязычных стран. Естественно, через рецептивный вид деятельности, через чтение, аудирование. А заканчивается, помните, уже присвоение идет коротким высказыванием,
о себе, о своих корреспондирующих элементах родной культуры или о себе и своей семье, то есть культура с маленькой буквы. И вот иллюстрация, то есть мы смотрели с вами, их много, то есть вы, смотря на слайды, вы будете видеть вот эту иллюстрацию как раз вот этой культуры. То есть видите, вот тоже у нас идет, вот первое упражнение, видите, и четвертое упражнение, то есть начало урока, восприятие факта культуры как ценности. Когда аутентичные высказывания детей, четвертый класс иллюстрирует, о их путешествиях, о их времяпрепровождении летом. И заканчивается урок включения в систему своих ценностей, то есть работает стратегия культура через язык, язык через культуру. И в процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится, помните, с фактом культуры, а проживает все вот эти три этапа. Познает, чувствует и понимает. И на него, на этом факте культуры, основано все содержание урока. На него опираются и развитие, и воспитание, ну, естественно, и обучение. И, конечно, неотъемлемым фактом является структура цикла уроков как средство достижения образовательных результатов. Вот в данный момент я вам показываю структуру цикла уроков, которая представлена в начальной школе. Ну, вот в третьем, четвертом классе она уже более-менее вот соответствует той идеальной структуре цикла уроков, которая существует на этапе основной школы. Но все этапы, они всегда сохраняются. То есть этапы сохраняются всегда. То есть первый этап – это формирование навыков, второй этап – это совершенствование навыков, и третий этап – это развитие умения общаться, развитие умения самоконтроля и самооценки. Вот на уроке, на этапе начальной школы вот представлен в таком виде. То есть этап формирования навыков, он полный, формирование лексических навыков, формирование грамматических навыков. Этап совершенствования навыков, он представлен, видите, урок совершенствования речевых навыков и развития умения общаться. Один урок, проектная деятельность и этап развития умения самоконтроля, самооценки представлен на уроках Test Yourself и в отдельном уроке, который представлен в отдельном пособии, контрольные задания, assessment tasks. Цикличность и концентричность являются неотъемлемой частью коммуникативной технологии. То есть идет развитие умений, формирование навыков по циклам. И, конечно, цикл строится на основе стадиальности развития того или иного навыка, умения. Я вам тоже покажу в каждом виде речевой деятельности. И, конечно, в основе системы лежат принципы, методические принципы. Это какие? Мы тоже их помним. Мы все их проходили, когда учились в университете, в институте, то есть образовывались. Но мы их вспоминаем. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. Он обязательно должен быть. Принцип взаимосвязанного овладения всеми аспектами иноязычной культуры и всеми видами речевой деятельности. Принцип речи мыслительной активности и самостоятельности во владении иноязычной культурой. Принцип индивидуализации, принцип овладения иноязычной культурой на основе ситуаций, как системы взаимоотношений, принцип функциональности, принцип новизны в организации всех компонентов системы образования. Я их сейчас проиллюстрирую. То есть мы сейчас вспомним, как они выглядят. Они должны быть всегда. Они обеспечивают вот то усвоение, вот то достижение, вот тот образовательный результат, тот стандарт, к которому мы все стремимся. Что такое принцип овладения иноязычной культурой через общение? Урок, учитель вводит учащихся в атмосферу общения. И атмосфера общения поддерживается в течение всего урока. Установки, которые есть у нас перед упражнениями, они побуждают к действию. И вот в начальной школе, ну, в основной школе, в старшей школе тоже, но я говорю про начальной школе, еще есть такой объект, как заставка к циклу, которая тоже рабочая, это не просто картинка, которая предваряет, и дальше ребенок начинает работать на уроке. Она тоже вводит учащихся в атмосферу общения. Вот, например, цикл животных, которых я люблю. Вот посмотрите, внизу вы видите такую сносочку, это из книги для учителя. То есть учащиеся, да, работают с этой заставкой, ну как работают, именно обсуждают, общаются с учителем между собой, обсуждая, что они увидят. То есть что там, о чем будет этот цикл, да, как называется цикл, что мы в нем узнаем. Да, вот они посмотрели. А каких животных? Да, каких животных ты помнишь? Какие животные на картинках у Лизы?
Да, вот мы смотрим, называем, естественно, учителю есть помощь, если вдруг там что-то учащийся запросит какую-то информацию. И, конечно, обратите внимание на установки к упражнениям. Они вводят в систему общения. Они не говорят, то есть установка не говорит «прочитай текст», а установка нацеливает, учащиеся работают с чем? Им важно узнать, каких животных Лиза увидела на каникулах. И они смотрят названия этих животных, они их считывают, они их слушают, они с ними работают. Или, например, пример из второго класса. Им не надо узнать, как строить конструкцию «there is there» в вопросительном предложении, как она используется. Им надо узнать, как дети спрашивают Питера Пэна о том, что есть на острове. И мы не говорим о том, как кратко ответить на эти вопросы, а мы говорим, а как отвечает Питер Пен? И ребенок работает, он общается, он ищет этот ответ и находит. Вот атмосфера общения должна быть в течение всего урока. Установки, которые побуждают учащихся к действию. Принцип взаимосвязанного овладения всеми аспектами язычной культуры и принцип овладения всеми видами речевой деятельности. Комплексность. Коммуникативная технология предписывает владение материалом, который предполагает участие всех аспектов и всех видов речевой деятельности. Если задействованы 4 аспекта, полиаспектные упражнения. Если задействованы 4 вида модальности, то есть 4 вида речевой деятельности, полимодальные. А если в упражнении и то, то есть когда у нас связка идет из 4, да, и 4 на 4, то это полифункциональные упражнения. К этому надо стремиться. Таких упражнений должно быть большинство. И даже если мы с вами посмотрим, Ефим Израилевич, он опережал всегда, потому что вот уже нам на ФИПИ критерии говорят, что надо, чтобы было на каждом уроке не меньше 3 видов речевой деятельности. А это еще было сказано Ефим Израилевичем. То есть обязательно 4 аспекта, обязательно 4 вида речевой деятельности. И вот я вам показываю примеры, что это значит. Вот даже не на уроке, а на одном упражнении, втором, третьем и четвертом классе. Вот упражнение из второго класса. Вы видите 4 вида речевой деятельности. Чтение, аудирование, говорение и письмо. Да, вы можете посмотреть по установкам, но вы понимаете, учащийся пишет, потом он это озвучивает. Вот стрелочки показывают. То есть учащиеся сначала слушают, какие предметы есть в деревне индейцев, да, какого они цвета, находят на рисунках, то есть прочитывают название этих предметов, слушают, какого они цвета, и записывают тот предмет, который соответствует этому описанию. Естественно, раскрашивают, а потом озвучивают и сравнивают, то есть чтение, говорение с опоры, зачитывают, сравнивают с тем вариантом, который получился у соседа, да, или диалог идет с учителем. И, конечно, здесь полиаспектные упражнения. Воспитательный аспект, то есть личностные результаты. Воспитание, уважение к культуре стран изучаемого языка. Можно корреспондировать, то есть да, с народами севера, то есть что там есть и какие там есть животные и что-то такое. Познавательное, знакомство с обычаями, традициями, история появления праздника Дня Благодарения, бытом коренных жителей Америки и индейцев. Помните, у нас культура. Культура, мы начинаем с культуры и заканчиваем культурой урок. Развивающий. Использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче. Строить соответствие с поставленной задачей речевое высказывание с опорой. Опора есть, можно высказаться. И учебное формирование лексических навыков, и, конечно, совершенствование грамматических навыков говорения. То есть учащийся вписывает слово согласно тому, какое он видит сказуемое. То есть единственном или во множественном числе. Но это все подспудно. Или вот пример из третьего класса. Опять же, видите, полимодальное, да, вы видите, как у нас движение идет, аудирование, чтение, письмо и говорение с опорой. И полиаспектное, познавательные потребности, познавательное знакомство с особенностями погоды Великобритании. Опять же, вы можете просмотреть, вот она, культура, то есть начинаем с факта культуры. Развивающий, здесь у нас и способность к догадке, и решение речемыслительных задач, которые проявляются в том, что учащиеся сами выводят правила, что сложно, конструкция безличная, но оно прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте, мы должны научить этой конструкции, она очень характерна для английского языка, вот она используется. И учебное формирование лексических навыков говорения, грамматические конструкции, да, speech. То есть вот все тоже проходит. Пример из четвертого класса, то же самое, 4 вида речевой деятельности, 4 аспекта.
Да? Ценности научного познания, вы видите, сначала учащиеся работают с тем, что, опять же, обращайте внимание на установки, какие животные могут работать на ферме? Здесь у нас идет развивающий аспект. Работать с информацией. Учащиеся работают с лингвостановическим справочником. Вы видите такие звездочки, да, что нужно прочитать информацию об этих собаках в лингвостановическом справочнике и выяснить, кто же из них может работать на ферме. Проанализировать информацию и выбрать. А учебный аспект. У нас грамматические навыки. Вы можете увидеть, да, сравнительная степень прилагательных. Естественно, совершенствование лексических навыков. То есть те прилагательные, которыми мы описываем эти животные. Следующее – чтение. Упражнение, да, следующее у нас задействован речевой вид речевой деятельности. Ли записывает ту собаку, которая живет на ферме. Нужно догадаться, какая же это собака в сравнении, в сравнительной характеристике. И следующее упражнение, где учащиеся пишут свое описание этой собаки, ну не этой собаки, я имею в виду другой собаки, той, которую они могут выбрать на этих картинках, и проговорить свое высказывание, поделиться своей загадкой с соседом, который, соответственно, слушая аудирование задействовано, догадывается об этом описании, о той собаке, которая загадана. Следующий принцип. Речи, мыслительной активности. Очень важно. И самостоятельность во владении язычной культурой. Речи, мыслительная задача должна быть всегда. И познавательный интерес. Стратегия говорящего, Ефим Израилевич всегда подчеркивал, направлена на то, чтобы выразить свое отношение. Материал коммуникативную ценность несет. И любое речевое действие должно быть мотивировано. В идеале, если мы, да, вот технологию, коммуникативную технологию переложим, вот эту методику, да, можно даже так сказать, Ефима Израилевича Пасова, ее практически можно переложить на любой предмет, ну, с теми небольшими доработками. То есть мы всегда знаем, мыслительная задача должна быть на любом уроке. Но на нашем уроке, так как он у нас специфичный, помните, у нас, да, homo moralis плюс homo loquens, у нас речь и мыслительная задача. И вы видите, да, пример, Лиза. Да? То есть Лиза и Сид – картинки о своем путешествии во время каникул. Кто был в Африке, кто был в Австралии. То есть не просто мы даем, вот Лиза, она была в Африке, а Сид был в Австралии. Ребенок должен догадаться, исходя из той информации, которую он прочитал, он догадывается. И посмотрите, как это все задействовано дальше в упражнении. Не просто мы повторяем прошедшее время. Учащийся не просто выстраивает предложение. Да, можно было просто скажите предложение, да, поставить плюсы и минусы, кто что делал, кто что не делал. Нет. Вы видите, как это все прокручено? Что Лиза и Сид еще делали летом? А что они не делали? То есть у учащихся в голове то, что Сид был в Австралии, а Лиза была в Африке. Соответственно, да, кто мог кормить кенгуру, да, а кто мог ездить на страусе, а кто слышал, купил себе бумеранг, да, а кто там ездил на фестиваль в Сахаре. Вот оно, речевыслительная задача. То есть ребенок занят решением этой задачи. То есть он думает о том, что ему нужно вот это рассказать, да, как, кто. То есть он решает эту задачу, а сам-то он работает над тем, что нам надо, да, над теми же грамматическими навыками. Вот оно так и есть. Вот, да, пример, даже вот, да, тут был как бы такой яркий пример, четвертый класс, ну, как бы конец, да, начальной школы. А вот он принцип речемыслительной задачи познавательного интереса. На примере второго класса, вы посмотрите, вот я даже видела, это второй урок в жизни ребенка. Второй урок в жизни ребенка. И он уже смотрит, да, вот он читает, у него набор букв очень маленький, набор звуков очень маленький. Но он, посмотрите, он не просто читает, да, мы, да, а он читает Милн. Кто такой Милн? Он знает, он посмотрит в израильском справочнике. Кто не знает, а кто-то, может, и расскажет из детей. Дети читают, это второй класс. Мини, Кен, девочки расскажут, да. Мили, талисман, да, Олимпийских игр. Вот уже у нас речь и мыслительная активность. То есть кто это, что это такое за люди, да, что это такое за звери, какой они несут в себе, да, вот этот заряд культурологический. Или третий класс, да. Ребенок читает, он знакомится с правилами чтения, развивает, расширяет свою информацию о правилах чтения, работает над грамматикой, но он не решает это, он думает о том, а Дэн по дому, любит ли он что-то, да, хотя бы что-то там в работе по дому. Да, есть ли такая работа по дому, которую Дэн все-таки любит делать? Они заняты этим поиском, а голова у них занята, соответственно, и другим поиском.
Это очень важно. Почему? Вот это особенно важно, чтобы не было, вот это должна быть речевыразительная задача познавательный интерес. И не должно быть разрыва между уровнем интеллектуального развития ребенка, ну или человека, да, может, там уже подростка, и содержанием материала, потому что это идет к потере интереса. Это очень важно в начальной ступени. Почему? Ребенок еще не владеет тем объемом предметным, предметных, да, вот результатов, то есть он не может прочитать что-то такое, ну, действительно, как бы, можем сказать, там, нормальное, да, как бы так скажем, да, простыми словами, но он должен, у него должно быть познание, вот опасность начальной школы в чем? Что? Спускаемся на уровень трехлетки, да, и ребенок, мы предлагаем такие задания, в которых там, ну, для трехлетнего ребенка нормально, но для ребенка 8, 9, 10 лет ненормально, потому что ему это неинтересно, это все понятно. Ребенок должен познавать на каждом уроке. И когда у нас есть вот этот познавательный интерес, тогда ребенок будет с удовольствием ходить на урок, потому что ребенок ходит на урок, чтобы узнать что-то новое и интересное, а не для того, чтобы правила чтения изучить. Или грамматический. Принцип индивидуализации. Здесь мы должны учитывать как индивидные свойства ребенка, природные, то есть умение слышать, умение там, произносительных навыков, субъектные свойства, умение учиться, и личностные свойства, то есть жизненный опыт, интерес, эмоциональную сферу. И с этим мы соотносим приемы учения. То есть должны быть опоры по необходимости. Опоры могут быть разные. Вот посмотрите, вот пример опоры транслитерации. Но она... Ведь транслитерация нетипичная. То есть это здесь транслитерация в виде русского варианта имени. Русское имя, да, мы знаем, да, у нас даже река Москва, да. Если город хоть Москва, то река Москва. Вот даже вот эта транслитерация, она так и есть. Там Москва и здесь Москва. Если есть Дейзи, да, Дейзи и Дейзи, не сильно отличается. То есть, видите, вот опора существует. Опоры могут быть самые разные, видите, грамматические, ну, всякие-всякие, должны быть обязательны, должны быть задания разных уровней сложности. При этом для слабых должны быть еще дополнительные задания, чтобы дотянуть их до более высокого уровня. И вот вы посмотрите, какой список памяток предлагается, да, у нас учащимся. То есть у нас идет, мы учим учиться, и если у нас, например, вот во втором классе вы видите 13 памяток, да, вот она идет, и мы смотрим, какие у нас есть памятки. И даже вот вы посмотрите памятку, да, интонация значит много. Вот эта памятка, она, ну я бы так даже сказала, пригодится и для семиклассника, который сдает ВПР, и для девятиклассника, который сдает УГ, ну, может быть, даже для какого-то десятиклассника, одиннадцатиклассника, который тоже пишет ВПР. Ну ладно, ЕГЭ уж он знает. То есть... Эти памятки должны постоянно быть. То есть каждый раз мы учим ребенка, мы готовим его к дальнейшей жизни. Вот, видите, задания разных уровней сложности, в том числе и в разных компонентах учебно-методического комплекса. Как для более одаренных, да, продвинутых учащихся, где они, видите, вам и таблицы заполняют и сравнивают разные виды животных, да, дополнительно еще что-то, так и для более слабых учащихся. Для этого существует раздел Consolidation в рабочей тетради, который вы можете использовать по своему усмотрению. Есть дополнительные упражнения, если учащиеся, да, там есть дополнительные упражнения для того, чтобы углубить и расширить, помните, рабочая тетрадь – это для навыков, для формирования навыков, для совершенствования навыков, для работы с навыками. И в то же время расширить и углубить. Принцип овладения на основе ситуации. Как произнесенное должно касаться собеседников, учеников, учителя. Решение какой-либо учащихся слова он приходит, чтобы сделать как-то там отношения. Вот видите, во втором классе сюжетно учащиеся добираются к Метландию с Питером Пеном. И вот они добираются, думают,